go. What now, bitches? Shit's coming down. Это видео появилось сегодня в нескольких телеграм-каналах. Я увидел это у Медведева. Не у Димона, а у журналиста Андрея Медведева. Ну что, теперь, сучки, говно падает, говорит чернокожий наемник. Так пишут про него, что это чернокожий наемник. На самом деле это достаточно известный телевизионный эксперт канала Microsoft и National Broadcasting Company. Он прославился в Америке тем, что в какой-то момент в одном из репортажей он заявил, что он заканчивает болтать. I'm done talking назывался репортаж, и взял в руки оружие. И действительно сейчас, по своему позиционированию является бойцом теробороны. Ведь что удивительно, он пишет и говорит в своих репортажах, что он там защищает Украину от агрессии, бла-бла-бла. Вот. Но когда его убьют, конечно, рано или поздно, то будет вой стоять в западной прессе. Примерно как, вот помните, насчет режиссера Сенцова, который террорист, который спозиционирован режиссер его, когда пытались посадить за подготовку теракта, у нас вся кинообщественность здесь, не говоря про западную медийку, подняла вой, что вот, мол, кинематографиста пытаются посадить. Здесь тоже будут говорить, что убили журналиста, убили репортера. Хотя на самом деле, я еще раз говорю, он с апреля месяца совершенно официально заявил, что он вступил в тероборону украинскую, что он воюет с Россией, с Путиным, как он говорит, с оружием в руках. Вот это все к вопросу об интерпретациях. Помните об этом.